Снимаешь меня внимательно? У меня опыта на вот эту всю лохобанду, понял? Ну что, все как обычно. Сборы. С бородатыми сегодня едем. Чемпионами. Славян, братан. Кинули меня. Все в сборе. Димас опять чем-то недоволен. Да я напухался. Как обычно у него. Я всем недоволен. Давай. Вот им больше всем недоволен. Поехали. Павел, ну что, ваше первое место сегодня в дрифте? Когда уделали вот квадроцикл? Потому что снимаешь меня внимательно, у меня опыта на вот эту всю лохобанду, понял? Я три раза снимаю! Thank you.
сейчас плывет, да? Давай, давай, давай! Потихоньку, потихоньку! Вот плывет! Вот сейчас плывет! Ай, сука, набрал штаны! Заднюю ось загружай! Заднюю ось загружай! Хуй ты газуешь на поляву! Вот плывет нормально! Так на улице! Давай, 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 вот. И еще назад, давай немножко. Давай, Леха. Ребята, вы, я вам так скажу, вы хотите просто обыкновенный суп, как суп сварить, это туда покидал все нахуй, и сварилось только одной кучей нахуй. Уже нам бы просто хлебни горячие. Это как в мультиварке нахуй, все. Вы хотите блюдо, и быстро. И просто, не быстро не бывает вкусным нахуй, блядь. Жека, это блюдо, оно быстро не бывает. Потом же вот оно не получится, скажешь, вот у меня торопили. А вообще, по идее, это надо в казане, я почему тебя просил, казан возьмите, казан. В казане должно оно вариться, а не в ведре. Вот, вот такой началось, казан да. Сегодня. Ну казан, ведро и тоже. Димасик, а ты у нас до утра остаешься, супчик к утру, да, похмелись. Минут еще успокойся, ты умывайся, грязный к столу не подпускаем нахуй. Вот этого сними, который на шурпу приехал, сука. В столовую, кто я последний? Я! Кто? Ну что, время ночь, стемнело. Мы только выдвигаемся домой. Поедем по грязи, идет дождь. Так, надо что? Ты нашел, пацаны? Славу нашел. Славе помогаю. Давай, я стою, жопу, блядь. Же сюда. Только навел, чтобы он ехал не по центральной, где камни лежат, а на прямую выскочит и там засох. Диман, он без фары в лесу вообще я не видно. Не деревья, блядь. Да я понимаю, тут не лес, тут поляна как раз. Здравствуйте. Дома.